Всем привет, приехал БТС Арктик на установку карбюратора ПЗ-32. Вот такой вот аппарат и вот такой карбюратор ПЗ-32 буду устанавливать. Владелец купил немножко не тот карбюратор, здесь нету крепления рубашки тросика под заслонку, чтобы закрывать заслонку. Это не проблема, что-нибудь придумаю. Ну и вот такой вот нулевичок, фильтр к нему. Здесь под капотом уже установлен увеличенный бак. И вот он, карбюратор обычный. Будем его менять. Двигатель Longines 459 кубиков. Вырезал фланцы для патрубка, но трубки по 32 внутренней не нашлось, и пришлось взять какую-то трубку, пильнуть и уменьшить в диаметре. Вот сейчас буду варить, сваривать, и получится вот такой патрубок. Родился патрубок, вот такой вот он получился. Это для карбюратора часть, это на головку двигателя. Ну, одна дыра тут лишняя, она тут просто так. Так вот раз и все. А сюда карбюратор на болтах. Здесь я нарезал отверстие, ой, нарезал резьбу в отверстиях, и на них будет крепиться карбюратор. Головку вкрутил короткие шпильки. Здесь под отвертку сделал шлиц, чтобы закрутить. И здесь гаечки будут стоять. Разобрал карбюратор. Главный жиклер стоит 112, а жиклер холостого хода 38. Этот я сразу поменяю на 125. У меня есть. Вот он, 125. Пока будет так. Потом посмотрим, как будет ездить. Патрубок покрасил и прикрутил на широкие гаечки М8 с граверами. Так. Прикрутил карбюратор, вот он так болтами крепится, резьба в проставке в самой. Ну, теперь на тросик газа подключать и обогатитель. Тросик газа подключил, надел фильтр, надо испытать, как он будет работать. Сейчас запустим. Движочек запустился, работает. Ну, нужно еще покататься, поднастраивать. Винтики, ботки покрутить. А тросика обогатителя не хватает. Вот он идет, идет. Вот так вот раз. И все. А его надо, чтобы он вот этот флажок поднимал и опускал. Тут не тросик, тут проволока. Выехал прокатиться. На новом карбюраторе немножко проехался, что-то
хрустнуло. Оказалось, эта цепь порвалась. Хорошо, что я недалеко отъехал. Ну, то есть я приехал далеко, а потом уже сюда приехал. Сейчас будем чинить. Вот. Цепь высыпалась. И замочек разогнутый. Наверное, он это... Ну, в общем, что-то произошло, замочек расцепился. Сейчас вот надо открыть верхнюю вот эту крышку. Приближается какой-то пепелац. Ты чё? Не видишь, что ли? Тут снегоход чинится. Тормоза закончились, надо делать. А, у тебя с тормозами проблема, да. Глушитель немножко прохудился. Видите, уже петард туда напихал. А я цепь чиню. Замочек порвало. Цепь вроде в норме. Замок порвал? Ну да, вот он лежит. Почему-то. И ролик вот этот криво стоит, как-то он тут его немножко вело. Сам пиптик этот у него. Ну, что-то, в общем, произошло, непонятно. Хорошо, я тут это невеликий. Почти к дому уже подъехал. Проблема оказалась. Вот в чем тут цепь. Попала вот это место. Три слоя и заклинило. И он сейчас не крутится никуда. Надо как-то ее доставать. Звезду снимать или попробовать. Попробую провернуть сначала. Если нет, она будет звезду стягивать. Открутил три болта крепления звезды. Пытаюсь ее так как-то вынуть. Всякими способами разными. Освободил цепь, звезду и это не снял. Надо сейчас ее обратно прикрутить и цепь устанавливать. Затолкали снегоход в гараж. Звезду я уже прикрутил. Вот она цепочка. Цепочка в норме. Нигде не повреждена. Развалился замочек. Вот эта часть отломилась, где фиксирующая скоба была. И замочек разогнулась. Разогнулся. Нужно купить новый замочек. У меня замочки есть, но тут такого нету. Сальникова. Пошел прогуляюсь в магазин за замочком. И заодно еще что-нибудь куплю. Нужное. Идти мне на конец города. Дорога совсем пустая, что-то никто не ездит. Вон до знаков дойду, и там уже магазин будет. Все, купил замочки. Магазин называется Максим. Там по мотособакам очень много всего продается. Теперь пойду домой. Обратно.
прогулялся 7 километров, купил замочек. И в том же магазине купил вот такие вот штучки. Эти штучки часто теряются. Это от двигателей. Вот сюда вот на клапан, на выпускной, ставится этот колпачок. Установил цепь, стал смотреть, из-за чего произошла поломка. Но цепь видно, что слабоватая. И нашел, что на натяжнике контрирующая гайка открутилась. Возможно, из-за этого цепь ослабла и ее заживало немножко, и замочек вылетел. Но это не точно, но это мои догадки только. Установил цепь, немножко слабина есть, натяжник законтрил, все болтики затянул. Надо опять прокатиться, протестировать новый карбюратор. Движочек работает нормально. Максималку пока нечем замерить. Цепочка все в норме сейчас. Подтянул. Такой выведем наружу. Просто так. Надо еще вот это. Вот эту тягу снять, чтобы она не мешалась. Для подключения обогатителя пришлось придумать вот такую штучку. Хомутик такой, он надевается вот на эту часть, затягивается, и вот к этому месту крепится рубашка тросика. А тросик сам сюда идет, ну там не тросик, там пруточек такой. Рубашка была короткая, я ее наростил кусочком другим. Пруточек, который там был, был короткий. Проволоки я поставил другой пруточек, он даже потолще немножко. Тут все закрепил, сделал такую бабушку, ну, цилиндрик с резьбой по оси, и отверстие, туда вставляется проволока и зажимается. И теперь все работает. Вытягиваю обогатитель, и срабатывает на карбюраторе обогатитель. В верхнем, в среднем и в нижнем положении этот флажок еще как бы фиксируется. Ну, теперь осталось только испытывать, немножко покататься, испытать и, может, потом поднастроить. На этом все. Карбюратор установлен. Ну, со временем, может, еще понадобятся некоторые настройки. Но это на нем надо поездить будет, посмотреть, как он будет работать.
прям. Ну ладно, все, сало, берите.